Звонить. Ты так долго этого ждала. Бери трубку. Не бери. Бери. Не бери. Не бери. Бери. Так брать или не брать? Брать! Раз, два, три, четыре. А что говорить? Скажи, что ты его любишь. Спроси, кто это. А кто это? Говорит Коля. Какой Коля? Басков. Че, Басков? Нельзя говорить. Что хотел спросить? Спроси, что ему надо. А что тебе надо? Карина. Ну, номером ошибся. Сука, он по-любому так сделал специально. Он тебя любит. Да? Правда? Зуб даю. Я люблю подруг своих надежных. Нет от них секретов у меня. Я переживаю. Ну нафига мы попремся на это свидание вслепую? Да ладно, не переживай ты. Тебе достанется красавчик, мне достанется красавчик. Сука! Так. Как раз успеваю до пробок. Наконец-то! Блин, опять эти пробки! Танечка, а где твой Сергей? Ну, он чуть попозже подойдет. Пойдем, я тебя со своим парнем познакомлю. Он такой душка. Знакомься, это Мухаммед. Привет, девочки, я вот тут вам чай приготовил. Чай горячий. Мне сейчас срочно позвонить нужно, сейчас подойду. Ань, да сколько можно? Что? Да у тебя твои бывшие, вот это Ахмед, Карен, Сулейман. Ну нельзя что ли найти парня, не знаю, там, ну, Андрей, я не знаю, Кирилл, ну хотя бы Коля. Ну? О, Сережа пришел. Открыто. Привет, Мира. Привет. Привет, А. Привет, Сергей. Я с другом, все хорошо, давай. Блин, вот покоя не дает просто вообще. Каждые 5 минут звонит. Любит? А мне моя вообще не звонит, доверяет. Да нет, она тебя не любит. Вот давай проверим, братан. Давай. Девушка, можно вас, пожалуйста? Здравствуйте. Здравствуйте, вы что-то хотели? Сейчас, смотри. Так, я не поняла, с вами что там, девушки? Вот, видишь? Чувствует. А у тебя? А моя мне вообще не пишет. Не любит она тебя, братан, не любит. Милая, ну какие девушки? Мы с другом сидим, все хорошо. Блин, она получается меня реально не любит? Не люблю я его. Пиши, брюнетка. Она брюнетка? Слушай, так ты круто придумала, конечно, обалдеть. Ну а хуй? Опыт. Извини, родная детка, я пацан нормальный. Что ты делаешь? Сижу в инстаграме. Иди учись, иди работай, ты кем станешь? Ты вообще не развиваешься. Да что за дурацкие стереотипы? Учись, работай. Я вообще-то не овца вот это, я не иду за всем обществом. Я хочу делать то, что я хочу. Я свободная личность, ясно? А, свободная, значит. Ну все, тогда мы расстаемся. Гуляй. Дай, пожалуйста. Карина? Че тебе надо? А, вот что она, значит, сильная независимая женщина. Делаешь, что хочешь. Ну-ну. А че, я не независимая? Не идешь по канонам. Я независимая. Я сильная и независимая. Вон возьму хлеб, заберу у голубей. На, я похмелись, тебя... а похмелись тогда. О, ты знаешь, что нас сука. Да я такой, пусть все знают, что я против системы. Я приведу домой бомжа, мне его жаль.
Карин, нам нужно расстаться. Пока. I hate you, I love you, I hate that I love you. Сделайте что-нибудь! Не переживайте, мы вам поможем. Сделаем из вас тройняшку. Тоже согласны? Не-не-не, я сама. Сейчас, я лягу. Вот, все, я готова. Братан, это что, твоя бывшая? Да. Отлично выглядишь. Тигр, своя игра, и он в ней. Тигр, тигр. Алло? Алло, Карина, ты где? А, я уже вот, я уже подъезжаю, да, вот, прям чуть-чуть осталось. Ты что там, вода шумит? Ты что, в душе? А, нет, Кать, ты что? Просто дождь пошел. А что, меня нет дождя? А, ну, так мы местами обещали. Я вот уже. Уже, да, я уже почти, да. Карин, не забудь купить хлеб. Куплю. Какой хлеб, Карин? Ты что, еще не выехала? Нет, ты что, просто это, тут это хлеб продают в пробке. Прикинь, уже хлеб продают в пробке. Ну, давайте я еще минут 15 подожду, потому что, ну, это, конечно, вот эта привычка опаздывать просто бесит. Да, я уже подъезжаю. Карин, это что, фен у тебя работает? Нет, ты что, окно открыла, воздух пошел, сейчас закрою, дует просто. Слушай, а я паркуюсь, Карин, прикинь, ни одного парковочного места не могу найти, вообще ни одного. Представляешь, все накупили с этих тачек, кредитов набрали. Вот. Ну все, я уже захожу, да, я захожу, ты где? Ну что, Карин, через час? Да, давай через час. Милая, может, ко мне поедем? Дорогой, я еще не готова. Я тобой очень дорожу, и я готов ждать сколько нужно. Ты у меня такой хороший. Ладно, я пошла. Да, конечно. А, милый! О, что, ты уже готова? Еще не время. Я как буду дома, я наберу. А, ну конечно, дорогая, ты же знаешь, я тобой так дорожу. Я тебя безумно люблю. Ты у меня самая лучшая, дорогая моя. Хорошо. Я тебя люблю. Мое время пришло, мое время настало. Было сделано много, но надо сделать немало. Мое время настало, мое время пришло, все будет ровно. Команда, нужна ваша помощь, быстрый сбор. Объект сократил дистанцию до опасного уровня. Устрани! Я потерял объект! Я сколько раз сказала тебе не ревновать меня! Забудь хулигана, говорила мало, ты не забывай. Андрей, поедем сейчас на полигон постреляем. Ой, не-не-не, я боюсь, я не умею, оружие это не мое. Да я же рядом буду, не бойся. Ну ладно. Блин, здорово здесь. А тебе нравится? А ты здесь часто бываешь? Меня здесь все знают, пошли. Ничего себе, как здесь круто. А то. Время первое, время первое. Время смелое, время смелое. Время для тех, кто всеми руками берет. Ну что, тебе понравилось? Офигеть! Здравия желаю! Товарищ полковник, вы бы сказали, я все подготовил. В смысле, полковник? Сильная женщина. Ну, я пойду, можно? Ну, иди. Петросян, у меня с вами никакой личной жизни! Много ей не хочется, как все боятся.